привет! С вами Крошик Дэй. И сегодня мы будем с уточкой открывать посылочку с Алиэкспресс. Но она волшебная, и я даже сама не знаю, что там. Давайте откроем. Вот эта посылочка, давайте откроем ее. Два пакета. Я сейчас открою первый пакет. Тут уточка! Она розовенькая! Класс! Давайте откроем. Открываем. Теперь у него подружки! Как классно! Я думала, моя первая уточка будет подружиться с новой уточкой. Тут еще один есть пакетик. Давайте его откроем. И тут третья уточка. Я очень рада. У меня три уточки. Классно. И для уточки тут есть вот такая вот сумочка. Даже вот такой вот миленький костюмчик с елочкой. Что это? Это шапочка новогодняя. Как классно. И тут очечки. Я так рада. Давайте оденем мою уточку. Мне придется сейчас выбирать, какую уточку одевать. Мне больше всего нравится вот эта уточка, потому что она такая пухленькая, толстенькая. Вообще все милашные, посмотрите, три подружки. Давайте оденем беленькую и розовенькую. Я уточка одела, и теперь мы вместе можем встречать Новый год. Первая уточка. А вы напишите в комментариях, какая вам больше уточка понравилась. Вторая уточка. Она прям как на Новый год одета. У нее шапочка, шарфик и новогодний костюмчик. И вообще все уточки-милашки. Вам интересно, сколько эти три уточки стоили? Этих трех уточек я купила за $30 на Алиэкспресс. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока! Пока-пока!